вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дамы и господа! Добрый вечер, дорогие родители и уважаемые педагоги! Мы рады приветствовать в этом праздничном зале дорогих учителей и родителей выпускников, уважаемых гостей и просто сердечных друзей! Мы начинаем наш праздник, торжественный вечер, посвященный прощанию выпускников со школы. Сегодня в нашей школе праздник, один из ярких, светлых дней. И всем из нас заметно сразу единство взрослых и детей. В светлом сиянии праздник струится, с выпуском новым школа простится. С грустью со школой прощаясь, частицу ее волшебства в сердце хранить обещают виновники торжества. Давайте аплодисментами поприветствуем выпускников 2019 года! Когда мы разбивали окно или сбегали с контрольной по алгебре. Все это заканчивалось в кабинете администрации школы. Нам долго и убедительно разъясняли, как нехорошо мы поступали. Мы бодро давали слово, что никогда не повторим ничего подобного. И сами верили, что завтра начнем новую жизнь. Именно завучи и директоры создают погоду в школе. И от них зависит школьный климат, и мы благодарны им за это. И что погода в течение 11 школьных лет была теплая и солнечная. Благодаря приведен Дмитрию Андреевичу, Проценко Ирине Александровне и Аносовой Алене Геннадьевне. Уважаемый директор, вам спасибо говорим за все годы руководства. Искренне благодарим. Что собрали в нашей школе чуткий, мудрый коллектив, сеющий в сердца ребячьи, вечный добрый позитив. Наш последний школьный звук мы хотим вам пожелать. Долголетия, здоровья, сил, чтоб всюду успевать. Пусть престиж и статус школы добивается только вверх. И пусть самое лучшее начинание непременно ждет успех. Ну а также в нашей школе завуч классный, а учебный весь процесс четкий, слаженный, прекрасный. Потому что завуч спец. Прозвенел звонок последний. Вас сейчас благодарим за умение и терпение. Вам спасибо говорим. Творческих идей желаем, только радостных деньков, тихих, смирных и послушных будущим учеников. А подарок для вас подготовила Кочеткова Евгения.